Мои, здравствуйте. Сегодня у нас пятница. Пятница, развратница. И опять на набережной там друзья мои вон они стоят, вот эти вот, где я фотографировался там. Мужик и женщина в серебристом вот, там катаются и нас поют песни всякой разной. Ой, что-то сильно уже это размечтались, друзья. А там наши эти стригут травку, господи. А мы поем песенку. Тут опять какую-то сцену лепят, друзья мои. Лепят, блядь. Прости меня, господи. Вы знаете, блогер Серёжа не скакает на Майдане. Прости, господи. Вот, вы понимаете, друзья мои, когда репортаж очень странный, очень такой, знаете, даже за кадром смотрит на меня, друзья мои, очень, да, друзья мои. Я звезда, а вы, ой, орём, а мы кофе пьём. Ладно, друзья мои, это, конечно, два особо крупных размера на футбол. Вот так вот, идёшь, и, короче, знаете, дела только, вот. Ладно, потом доснимаю. Короче, сцену делаю, друзья мои, на день строителя, друзья мои. Тут будет сцена, день строителей. Все. Ну ладно, это потом я сниму, друзья мои. Павильон делаю. А? И что ты тут долго ехал? Да я пока кур ел. Думаешь, что... Кофе и мороженое. И речка. Кофе, мороженое и речка. Вот, смотрите. Классно. На мотоциклах и на лодках. Закатик такой. И советское мороженое. Мы в Советском Союзе, короче, мороженое жрём. Ладно. Еще включусь. Я утону сразу. Чего ты говоришь? Утону сразу. Утонешь, да? Ой, вот эгоист. Утопить захотел. Такой солнышко, и там вот рыбачит люди, ребята, чайка, такой песочек. Я уже 100 раз показывал, конечно, но каждый раз все по-разному. Самолет.
Друзья, и там, короче говоря, на том, там еще же загорают же люди на том пляже. То есть не просто так, друзья. Загар требует жертв. Но... Короче, всем хорошее настроение. Думаю, еще я делаю.